Трещины на фасаде, неисправная вентиляция, отсутствие ограждения кровли. Жители одного из многоквартирных домов окружного центра жалуются на проблемы, которые не решаются годами. В начале лета в жилом здании начался капитальный ремонт. Однако подрядчики, по мнению жильцов, занимаются совсем другими работами. Почему сложилась такая ситуация, разбирался наш корреспондент Светлана Кравченко. Сырость, плесень, трещины на фасаде. С этими и многими другими проблемами жильцы дома 74 по улице Мира в Ханты-Мансийске сталкиваются много лет. Еще в 2000-х годах рядом подняли дорогу, и дом оказался в низине. Из-за сточных вод стены трескаются и покрываются грибком. В этом году в двухэтажке планировался масштабный капитальный ремонт. Но подрядчики приступили к решению не тех проблем, что волнуют жильцов. Ситуацией заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. Плюс нам жители рассказали о том, что они хотели бы, чтобы здесь появились ограждения на крыше, потому что несколько лет назад нам рассказали, что здесь жильцы сами проводили уборку снега, и один из жителей, скидывая снег, погиб, упал с этого дома. На встречу с жильцами пришли представители фонда капитального ремонта и обслуживающие компании, подрядчики. Строители уже заменили в доме электропроводку, приступили к канализации. А вот система отопления работу начать не могут. 6 квартир из 12 согласия не дают. Отсутствие ремонта более чем 30 лет все равно, как бы то ни было, приведет к аварийной ситуации. Это однозначно. А вы сами понимаете, это в зимний период, это кипяток, не дай бог что-то случится. Кто-то дорожит своим ремонтом, но не думает, что в любой момент подставляет сам себя под эту опасность. Потому что трубы здесь все гнилые. Часть жильцов считают по-другому. По их мнению, дом нуждается в укреплении фундамента и наладке вентиляции. К тому же экспертиза здания проводилась 15 лет назад. Тогда износ дома составлял 20%. В каком он состоянии сейчас, неизвестно. Мы слышим треск постоянно, поэтому мы боимся. Тем более у нас нет горячей воды в доме, и у нас висит титан на этой стене. Там же еще и кухонные гарнитуры. Это 100 с лишним килограмм нагрузка на той стене, где трещина. Мы боимся, что обвалится когда-нибудь рано или поздно, и кто-нибудь пострадает. Хотя специалисты утверждают, что дом при должном ремонте простоит еще долгие годы, несущие конструкции в хорошем состоянии. Жильцы намерены убедиться в этом с привлечением соответствующих экспертов и уже дальше решать проблемы своего дома. Светлана Кравченко, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.